сейчас происходит модернизация освещения, меняем лампы на светодиодные с лучшими световыми характеристиками, с лучшей светопередачей, более 80%, меньшей пульсации, ровный световой поток. Значит, данные лампы светодиодные относятся к энергоэффективным, световой поток на 50% выше, чем у старых лампы, что приводит к снижению затрат на оплату электроэнергии. Возможно, в следующем году будет произведена замена натриевых ламп, что позволит городу сэкономить порядка 20-30 миллионов рублей ежегодно. То есть, если мы весь город перейдем на светодиодное освещение, то наши затраты примерно в два раза упадут, и мы будем экономить 20-30 миллионов. Да. Здорово. Именно вот такие программы делают наш город более комфортным и уютным. И еще раз повторюсь, это для горожан. Вот, а когда мы говорим о том, что мы поставили там 700 столбов, 1400 светильников, объем это реально поражает. Вот, и плюс самое главное, конечно, что это первое, это освещенность, а второе, это экономия. Мы будем экономить городской бюджет.